Всем привет, друзья! Сегодня мы начинаем проходить игру «Ходячие мертвецы». Наконец-то на моем канале окажется прохождение этой замечательной игры. Ее расхваливают. И ее говорят, что можно вполне сравнивать с вторым... С первым сезоном игры. А, то, что он не так уж и плох, хотя я думал, что выйдет лютое дерьмо. А, так, тут у нас, как вы видите, 4 эпизода уже вышло. Мы с вами начнем проходить первый. 5-й эпизод еще в разработке, и мы, я надеюсь, к нему успеем пройти, чтобы потом как бы с новинки начать. А, как говорят, сохранение переносится из первого сезона во второй, и я как бы знаю, потому что я начинал проходить еще давным-давно. Невозможно найти сохранение. Какого хрена? Ладно. Бог с тобой. В предыдущем сезоне игры «Ходячие мертвецы» жалко, что все будет сгенерировано случайным образом. Как тебя зовут, Клементина? Ты была одна все это время? На, мразь! Я знаю, кто ты. Я знаю, что ты убийца. Ли, ты должен был убить тех людей. Я не убивал их, ребят. Вот это уже вранье. Я не убивал людей. Я надеюсь, что ты знаешь, что делаешь. Я попала! Молли сказала, что Кроуфорд — единственное место в саванне, где остались люди. Значит, там могут быть моя мама с папой. Клементина, я думаю, тебе будет безопаснее остаться с Амидом. Я ее взял. Вот здесь было то же самое, когда нас окусили. Понимаешь, я знаю, что значит быть отцом. Она не будет подвергаться опасности, как бы это было с тобой. Я видела своих родителей. Я знаю. Милая, ты должна это сделать. Блин, до сих пор под впечатлением от этого... Просто классная игра, просто классный финал. Я в восторге от нее до сих пор и не могу просто отойти. Вот так все. Надеюсь, что вот именно сейчас игра оставит мне впечатление гораздо больше, чем первый сезон. Потому что хочется большего от второго сезона. От новинки. Ох. Ну, я смотрю, ребят, в плане графики тоже все довольно-таки хорошо сделано. Эпизод первый под названием «Все, что осталось». Начнем проходить его здесь и сейчас. А о чем ты думаешь? Амид, ты же не серьезно? Вполне. Мы так не поступим. Почему нет? Потому что... Оу, та самая заправка. Мы не назовем нашего ребенка Амидом. Ни одного тебя хватает. Клементина, рассудишь? Вот, смотрите, вот что удобно сделано. Признай, красиво звучит. А что если девочка это? Тогда назовем ее Криста. Меня зовут Криста. Я не хочу назвать ее Кристой. Это создаст путаницу. Тогда назовем ее... Ой, может быть, тебе не все равно? Ты же не серьезно об этом? Я отношусь ко всему серьезно, особенно к будущему маленького Амида. Продолжишь болтать, и ты сегодня останешься без обеда. Так. Выходные в Вегасе. Почему бы тебе не привести в себя в порядок в комнате девочек? Надеюсь, у меня там рабочая раковина. Только будь осторожна, следи за своими вещами. Хорошо. Но в плане графики поменялась гораздо в лучшую сторону. Более такая яркая игра. Это больше нравится мне. Не знаю, почему больше к себе располагает именно вот эта графика. Теперь геймплей. Сам смотрим геймплей.
На самом деле, сейчас все скажут, что больше похоже на «Волк среди нас». На самом деле, наоборот, «Волк среди нас» чем-то похож на второй сезон. Или нет? А, нет, все-таки «Волк среди нас». А, наоборот, вот по «Волку среди нас» именно взят геймплей этот. И это очень удобно, по-моему. Мне это больше нравится, как-то больше располагает к себе. Что это? О, мишка. Нет, заяц. Заяц! Что это? Говно какое-то. Пока что все довольно-таки прикольно выглядит. Я бы не сказал, что как-то сделали дерьмо. Пока все выглядит достаточно-таки неплохо, и Клементина сама преобразовалась. Хорошо, здесь вроде никого нету. Думаю, здесь безопасно, и можно привести себя в порядок. Давай приведем себя в порядок, детка. Сколько тебе лет? Наверное, где-то на годок ты повзрослела? Или тебя просто так сделали? Ух. Так. Воды явно нет. Я такое подозрение. Так что берем водичку, ложим пушку. Открыли. Кап-кап-кап. Умылись. Ну, вот так-то лучше. Так-то лучше, да, точно. Твою. Вот черт. Ну, нельзя же быть такой рукожопой, Клементинка. Так, по-моему, он закатилась в третью, где-то туда. Или во вторую. Давай во вторую посмотрим. Не, здесь нету. Давай, выходим. Значит, в третью. Ну, конечно, бери водичку. Носик, носик, пей водичку. Фу. Ой. Ой, какая-то левая зашла. Закрывай дверь. Вставай на толчок. Кто это может быть? Это кто плачет? Клементина или тёлка? Пистолет. Только бы не опрокинулся, очко. Стучак бы, только бы не упал бы. Но так все будет... Нет, не скользи. Не надо скользить. Что тебе надо? Я тебя вижу. Я тебя поздравляю. Молчание. Оставь меня в покое. Даже не надейся на это. Почему? Тупая или как? А не пошла бы ты в задницу, грёбаная негритоска. Черножопая. Клем, не плачь. Все будет хорошо. У тебя что-нибудь есть? Ну-ка посмотрим. Я не буду повторять. Я промолчу. Надеюсь, ты не выстрелишь? Я серьезно, что у тебя еще есть? Это все? Не ври мне, а то врежу. Давай так. У меня ничего нет. Давай сюда кепку. Нет. Откуда она у тебя? Мой папа дал ее мне. Давай сюда. В задницу иди. Чмошница. Хлам, хлам, хлам. Только посмотрите, что это? Херня. Еще больше херни. Почему у тебя нет ничего полезного? Всех было полно всякого барахла. Это улов. Чё? У тебя нет ничего полезного. Просто ты просто маленькая рыбка. Хочешь поплакать? Твою мать! Твою! Нет.
Твою мать. Амид! Сука! Ты черномазая, говно! Ой, тебя сейчас запиздячит. Я не хотел, я не хотела. Я не хотел, на. Правильно, мать твою. Господи, Амид. О боже, Амид, Амид, ты слышишь меня? Твою мать. Гребаные разработчики этой игры, неужели они стебутся надо мной? Ну что ж, Амида убили, ребят. Эту черномазую тоже. Но с черномазой правильно поступили. На месте Криста я бы еще допинал. Ходячие мертвецы. Второй сезон. Наконец-таки. Прошло сохранение 16 месяцев спустя. Считай, около... Воу. Смотрите, как она повзрослела. Я бы вам сказал. Ну, считай, прошел ты годик. С небольшим. Криста, поговори со мной. Она худая, она родила, интересно, нет? Скорее всего, нет. Она бы тогда возилась со своим ребенком. А наверняка она не родила что-то типа... Не помню, как это точно называется. Типа выброс ребенка, что ли? Чё-то типа того. Только посмотрите, как жалкое зрелище. Ветки слишком сырые, чтобы гореть. Такими темпами. Что еще мы можем сделать? Найти то, что горит, наверное. Я не знаю. Сейчас темно и идет дождь. Найти это непросто. Тебе следует самой научиться выживать. Разжечь огонь, чтобы приготовить еду и согреться. Ты должна это уметь, Клементина. Иначе... Нужно идти дальше. Нам нужна группа. Не стоит разводить. Нам нужно найти группу. Людей, которым можно верить. Мы слишком долго были сами по себе. Верить? Думаешь, ты можешь кому-то верить? Не теперь. Я замерзаю. Если ты думаешь, что здесь холодно, то подожди, пока мы доберемся до Веллингтона. Там вот там холод, если мы доберемся. У нас впереди еще пара трудных месяцев. Сначала будет слякоть, затем лед, а после снег. Будет тяжко. В Веллингтоне... Там будет лучше, правда? Безопаснее, наверное. Так говорят, но я не знаю. Там безопасно, я в этом уверена. Посмотрим. Нужно просто идти на север. Ну, я скажу вам, ребят, в плане графики все очень даже хорошо, и в плане геймплея тоже. Мне нравится. Жаль, что Амида с нами нет. Пойду поищу еще веток. А ты поддерживай огонь. Ребят, я бы на самом деле сказал, что я скучаю по Ли, потому что реально скучаю, как бы, даже если это не Клементина. Вот лично я скучаю. Не знаю, как я сейчас буду видеть эту игру без Ли. Мы сейчас играем за Клементину. Уже за взрослую довольно-таки Клементину, вон. Оли. Нажми. Найдите зажигалку. Мы должны найти зажигалку, хорошо? Ли. Рисунок. Рисунок какой? Кенни, Дак и Катя. По-моему, так их зовут, да? Да. Наверняка вон зажигалка, больше ничего нету.
Но вроде больше ничего и нет. Так, теперь мы, получается, идем к костру, я так понимаю, да? Да, наверняка к костру. И разожгем его. Не, в плане, конечно, прикольно сделано. И даже как бы оригинально довольно-таки. Мне нравится. Так. Нажмите и удержите левую кнопку мыши, чтобы зажечь. Так. Ага. Ага, вот так то все делается. Но, ребят, довольно-таки прикольно тоже сделано. Давай, давай, поджигай. Вот. Пошла жара, да? Разожгли костер. Лучше, но это все равно мало. Пламя слишком слабое. Кстати, я не так и не разглядел, что они готовят. Еда. Что такое? Так она никогда не приготовится. Бревно можно взять. Возьми бревно. Возьми бревно. Оно должно загореться. Наверняка загорится. Чё? Номерной знак. Зачем он нужен нам? Да? Так, стоп. Я что-то не могу. О. Ой, извините. Сжечь полено. Нет, фото ли мы сжечь не будем. Фотография Ли Эверита нам очень дорога. Лично мне очень дорога. Черт, что там? Ой, опять какая-то неприятность, какая-то параша. Тихо, тихо. Все хорошо. Тихо. Что ж происходит-то? Тихо, 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 Ли. И не Ли. Ли, Кли уже привык, реально. Не наебай нас. Вот ты пытаешься обмануть. Говори правду или пострадаешь. Криста, ты, блядь, издеваешься надо мной? Тихо, тихо. Где остальные? Я сама по себе. Она лжет. Не пизди, леди. Отвлечь падальщиков. О, Криста, беги. А мы побежали. Валим отсюда. Я полагаю, сейчас начнется какое-то действие реально трешовое. Прошел сохранение, а мы бежим отсюда к чертям. Иду сюда, живо. Твою мать. Как мы спрятались-то. Давай. Нормально. Бежим. Оба. Смотрите, как это все сделано, это прикольно. Оба, тихо. Тихо, где там, где там? Тихо, оба. Давай, 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 давай. Не очень удобно этим. Господи, ты, блядь, издеваешься. А, нет, мы не издеваемся, мы просто убегаем. Ой-ой-ой-ой. Бека, отстань от меня. Наверняка. На! Ням-н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 ям. Вот смотрите, тоже Q прикольно сделано. Нажимать, да? А-а-а, мать твою. Тихо, э-э-э-э-э. На, тварь. Еще забирай. Ты еще леща-то пропишу. Вот тварина, а. Я просто кликаю на все подряд, я даже не останавливаюсь. Потому что знаю то, что надо что-то быстро сделать, а я, очевидно, не попаду. Вот тварина. Девочка, ты меня заебала. О, зомбарик идет. Кью-кью-кью. Смотрите, он застрял. Давай, оба. О. Е-е-е-е-е, да-да-да-да-да. Тихо-тихо-тихо-тихо, тварина. Смотрите, зомби тоже, кстати, преобразились. Ой, я ему руку оторвал. Оба. О, как тут все. Оба, тихо. Тихо, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, тихо.
Давай. Зачем мы это сделали, правда? Ой-ой! Надеюсь, мы умеем плавать. Ай-яй-яй-яй-яй, нас уносит по реке вниз. Вниз по реке. Опять прошло сохранение. Наверняка мы сейчас где-то плывем. Наверняка мы не утопились, понятное дело. Либо нас кто-то нашел, либо мы сами спаслись. Ну, значит, мы сами спаслись. Ой, наглоталась там поди воды-то. Ну, что я вам скажу? Эй! Река тоже классно сделана довольно-таки. Ну, что я вам скажу, ребят? Мне пока все нравится. И несмотря на то, что... как бы игра иногда так подлагивает, но это как бы связано с тем, что компьютер все-таки забит всяким говном. А вот так, мне пока понравилось, мне понравилось начало, мне нравится вот эта тень, которая все-таки отражается, а мне нравится графика игры, мне нравится ее геймплей, мне нравится ты, Клементинка, ты мне нравишься, просто ты молодец, ты умница, ты живешь. Все у нас хорошо, все замечательно, мы будем проходить про тебя далее. Ну а мы увидимся, ребят, в следующей серии. Бай-бай!